Почему Телец – самый злой знак зодиака? Астрологи приписывают негативный статус знаку зодиака Телец, а также всем земным и водным знакам, из-за того, что представители этого знака воспринимают мир скорее с негативной стороны, нежели с позитивной. Эти люди, хоть и обладают серьезностью, практичностью и ответственностью, склонны к пессимизму. Всегда ждут что-то негативное, вместо того, чтобы рассчитывать на хорошее. Подпишись на наш телеграм-канал, у нас там денежные призы, ссылка в описании, приятного просмотра. Первая причина – интровертное мышление. В последние 10 лет все чаще начали говорить о том, что такой тип личности – закрытый, максимально сдержанный. Не нуждающийся в большом количестве общения – это не патология, а норма. Но даже сейчас многие называют интровертов нелюдимыми, сухими и, мягко говоря, странными. Ведь как же это так, все выходные провести дома, взаперти, даже не беря трубку? А как же друзья, вечеринки, часовые сплетни по телефону? А бабульки возле подъезда и вовсе могут решить. Маньяк, еще бы, постоянно молчаливый, с решительным, упрямым взглядом. И это при том, что интроверт, Телец может быть добрейшим человеком, любить котят и маленьких детей, а в жизни даже мухи не обидеть. Просто он это никак не показывает. К тому же, этот знак весьма пассивен не только в вопросах дружбы, то есть, может попросту не уметь заводить новых знакомств. Несмотря на любовь к вниманию противоположного пола, Телец слишком скромен для того, чтобы начать добиваться своего избранника/избранницу. Да и вообще, показать этому человеку, что он/она ему нравится. А одиноким Тельцам еще труднее. Им бы сходить на вечеринку, в гости, но там же все будут на них глазеть, а они так не любят всеобщего внимания. Подпишись на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Вторая причина – параноидальные склонности. Этот знак очень недоверчив. Он постоянно приглядывается к окружающим, размышляя, кто из них хочет мне навредить, а кто – использовать. Находящиеся в отношениях Тельцы постоянно ревнуют своего партнера, даже если он не подает повода для ревности. Само собой, украдкой проверяются его/ее переписки в сетях, а неожиданные звонки на телефон любимого человека и вовсе вызывают приступ паники, даже если номер подписан как «Гена Водоканал». Третья причина – бойтесь гнева терпеливых. Телец спокоен, даже если его часто раздражать. Если раздражитель живет с этим человеком под одной крышей, он может месяцами и даже годами так и не вывести этого упрямца из себя. В ответ на нападки Телец будет все больше запираться в себе, делать по-своему, молчать. Раздражительность этого знака зодиака, как скидочная система накопления бонусов. То есть, каким бы ни был сдержанным Телец, чаша его терпения когда-то переполняется, и тогда тот, кто оказался последней каплей, получит такую распродажу, что мама не горюй. Четвертая причина – консервативность упрямства. Эти два качества постоянно накладываются друг на дружку, делая Тельца просто невообразимым олдскулером. Кто последний в классе начинает носить модную юбку или куртку? У кого до сих пор кнопочный телефон, несмотря на то, что намного удобнее пользоваться сенсорным, и деньги ведь есть? Кто годами работает на низкооплачиваемой должности, не решаясь даже выложить резюме в интернет? В своей боязни всего нового Телец не способен даже слушать советов самых близких людей. Какими бы логичными и мудрыми они не были. Если тебе понравилось видео, лучшей поддержкой будет твоя подписка. Спасибо за просмотр!